Живописные полотна, создаваемые художниками, привносят эмоциональную окраску не только в наше помещение, но и в нашу жизнь. Среди многообразия форм, стилей и направлений сегодня ярко выделяется творчество художницы Анны Стирман, которая создала свой визуальный творческий язык, влияющий на сознание современного человека. Ее откровенные и на первый взгляд простые картины по мере знакомства с ними приобретают сложность сюжета и глубину эмоций. Как найти свой собственный стиль в мире современного изобразительного искусства? Своими откровениями с нами делится художник Анна Стирман. Мой стиль, по большому счету, исходит где-то из сердца, глубины души. Я просто пытаюсь открыть себя и передать в свои картины весь всю энергию, цвет, символы, аллегории, истории. И потом оно продолжает жить в картинах, нести эту энергию, нести этот смысл и радовать, я надеюсь, зрителей. Картины Анны Стирман очень эмоциональны, наполнены воздухом и переносят зрителя в мир удивленной непосредственности. Каждый может интерпретировать их по-своему, находя собственный сценарий, настроение, смысл. Очень многие видят в них свои образы, и по их отзывам видно, что это передается. Энергия и восторг, и смысл. Правда, каждый интерпретирует по-разному, но главное, чтобы они это чувствовали. Свое признание Анна Стирман нашла через дизайн. Ее картины очень гармонично вписываются в современные интерьеры. Мне кажется, они могут являться основной дизайнерской мыслью этого интерьера. Их охотно покупают политики, коллекционеры и все те, кто ценит красоту и гармонию по всему миру. В ближайшее время с творчеством Анны Стирман можно будет познакомиться в Нью-Йорке. 26 и 27 марта пройдет международная выставка в Art Expo «Пирс 94» в Манхэттене. Номер выставочного стенда S-424. С 16 по 24 апреля в Нью-Джерси в Музее русского искусства состоится ее персональная выставка. Анна Стирман в постоянном творческом движении. Она раскрашивает жизнь каждого, кто прикасается к ее творчеству яркими красками. Сделайте и вы картину своей жизни яркой и привлекательной. Юлия Райдлер, Ави Абрамов, Марат Насибуллин. Специально для канала НТВ Америка.